до 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Sherlock. Слегка нафантазировали, но насчет меня они точно не ошиблись. Я была рождена, чтобы петь. Я росла, чтобы петь. И вот я стою за кулисами голоса. Мне так страшно. И чтобы хоть немного успокоиться, я смотрю на Артема. А он спокойно. Он верит в меня и всегда верил. И он нисколько не сомневается, что я выиграю это шоу. А я... просто рождена, чтобы петь. Ситуации, судьи нас нет, Киркорова! Потому что он Лазарев! Кир, мы же что-то
баб много было. Раньше летал. Чартером. Сочувствую. Слушай, у нас есть в комплекте парашюта? Нет. Жалко. А зачем? А чем мы бы спрыгнули с девчонками за борт, а самолет прям в скалу херанули бы. Очистили бы нашу страну от этой нечисти. А Стас Михайлов? Чувствую. Он же почти святой, его же нельзя. Ангелом стал. Такой стильный ангел с бородкой. Давайте пройдем. Да, извините. Нормально? По-моему, супер. Огонь. Наташа, смотри. Это промо и обложка твоего альбома. Не нравится? Ты сейчас шутишь? Ничего, что это наша личная фотография? Ну? Я здесь голая. Ну, во-первых, ты здесь не голая. Во-вторых, я говорил, что в обложке должна быть провокация. Убери, пожалуйста. Даша, почему тебе все время что-то не нравится? Я тебе уже 100 раз говорила. Ты делаешь себе какую-то дуру тупую, которая годится только по корпоратам бомбить да по сауне. Так, стоп, причем ты сам уже говорил. Этот образ собирает аудиторию. Значит, мне нужна другая аудитория, которые слушают мои песни, потому что они честные, про то, что я чувствую. Хорошо, я найду тебе такие песни. Ты знаешь, что я с тобой пишу. Вот, например, помоги мне только с музыкой, все готово. Хорошо, где я найду тебе такую музыку? Это месяц работы, это люди, это деньги, это мастеринг. Ну, презентация альбома уже послезавтра, концерты уже все расписаны, Даша. Ну давай все, перестань капризничать. Души, понимаешь? Даша, это капризы. Ты послушай сейчас меня внимательно. И как своего мужчину, как своего продюсера. Ты выйдешь на закрытие фестиваля «Жара» и сбачу каждой клеточке. Это понятно? Жестко. Жестко тебе, Саша? Ты понимаешь, в этом что-то лезешь? Нахер ты вообще все это снимаешь? Спилберг. Вообще-то это моя работа. Противоречивые чувства. Вроде бы оскорбили, а вроде бы и похвалили. Шерстяной. Дракон? Да нет, ковер. Не только отдам. То есть, если бы на нем была изображена курица, он бы стоил бы дешевле? Послушайте, что за вопросы вы вообще задаете? Мне просто интересно, и все. Извините, но ценность ковра — это не рисунок. Это ручная работа. Это возраст ковра. Это состояние тканей. Понимаете, вот, например, узоры бордюра, они всегда характерны для региона производства. Вот видите, например, поворот и угол. Это характерно для Карабахского региона, да? А если бы завитки были в другую сторону, это был бы иранский ковер. Вот. То есть вы хотите сказать, что это ручная работа? Конечно. Машина такой узор не выполнила. Это тяжкий ручной труд ткачей. Потрогайте. Именно поэтому эти ковры, они не только дорогое удовольствие, но и признак достатка и даже благополучия семьи. Видите, благополучие. Ну ты молодец, племянник. Слушай, вот не зря ты работал в музее ковров. Пошли чай пить. Дядя Эмиль, я вообще тороплюсь. Мне потом еще в аэропорт друга встречать сегодня и в филармонию. А ты зачем приезжал тогда? Вот, дядя Эмиль, я хочу доказать Денису и отцу, что мои намерения серьезные. Нет! Что нет? Я тебе больше никаких ковров не дам. Ты за старый еще не рассчитался. Дядя Эмиль, ну, пожалуйста. Последний раз. Вот. Голый чече и все. Ты что, с ума сошел? Да ему больше 100 лет. Ну,
Почему ты все время выбираешь самые дорогие ковры? Ну, тетя Эмилия, ты же знаешь, как сильно я ее люблю. Слушай. А может, ты после свадьбы вернешь его? Ну, это же будет ваше совместное имущество, да? Ну, да. Ну, вот. Ты его принесешь назад. А никто и не заметит. Да? Эмин, здравствуйте. Расскажите, каково это принимать такое количество гостей? Тем более, что все гости вашего фестиваля – это просто мегазвезды. Огромное счастье принимать гостей в Баку, в Азербайджане. Всегда, чем больше будет гостей, тем лучше. Так, толстых назад давайте. Да, не видно за вами ни хрена. Ну, девушка, вас касается. У вас что, зеркало кривое дома? Ну, давайте, как назад, со своей блокадой повыше поднимите просто и все. Так, и вспышками своими не особо долбите, окей? Ладно, все. А вот это вот вкусно. Напеките нам побольше, хорошо? Окей. Все, готовьте. Буквально пару дней в Баку уже. Как долго? Спасибо, что помогли с организацией. Классно, что Дашка выступает. Хит ее последний, просто из тихой тюрьмы. Хорошо. Каждая клеточка и ты во мне. Не, ну а кого слушать сейчас? Лобода это прямо уже надоело все. У нее ничего нового, все одно и то же, одно и то же. А Дашка, она как глоток свежего воздуха. Она родила просто. Ну ладно. Когда успел. Главное, молчит, ничего не говорит. Все мимо меня. Понимаете? Я пролопал. Нет, пусть. Говорят, я немец, когда пристрелил. Вот прям несчастье в семье. Вот, не дай бог, опять война. Ребенка, за кого вы его? Вебинар. Это кто еще? Помощник мой. Вебинар, прости. Вот я прибыл. Я ж тебя уволил, что? Я что, приехал? Ну давайте поработаем, может пригожусь. Николай поработал за тебя. Познакомься. В смысле, я не понял. Николай, концертный директор, Даша Стеклова. Да, очень приятно. Очень приятно. Я вот для них помощник, именно раз. Бывший помощник. А где форс ассет? Ну невообразимое сечение ассет, семинарчик. Я клянусь, ну люди ищут. Ищут землю. Прилетели, да? Да. Приготовьтесь, пожалуйста. Все,
знаешь что? Пошел ты! Боже, мы едем смотреть, Марк. Гидрамин? Убери эту камеру, хватит уже издеваться. Слушай,
Слушай, круто. А сделаешь нам экскурсию? Конечно, да. Нет, извините, но все экскурсии без меня. Я просто опаздываю в филармонию. Но мы вас высадим где удобно. Так, филармония как раз в центре города. Поедем в центр, я вам по дороге экскурсию сделаю, да? Я за. Отлично. Обратите внимание направо. Справа исторически важное место, да? У нас в Баку вообще все места исторически важные. Так что смотрите на круг. Филармонии, вакансий нет. И прекрати мне встречи назначать. Самир Игоревич, ну пожалуйста, ну, выбирайте любой инструмент. Что вам сыграть? Может, хотите увертюру? Шопена, Рахманинова, что? Дело не в этом. Будь ты хоть самим Моцартом, Прокофьевым или Караевым, ну не могу я тебя взять. Не могу. Ну почему? Самир Игоревич, ну, может, какая-то одна вакансия есть? Нету. Ну, кто-то уволится. Умрет кто-нибудь? Нет. Я не знаю, ну давайте через неделю. Не может быть! Любовь давно ушла. Тише. Ой, извините. Рамин, что тут делать? А что я? Извините, пожалуйста, я просто хотела проверить акустику. Самир Рамидович, извините. Простите, это... Дарья Стеклова. Голос. 6-й сезон. Ты моя родная. Я ж за тебя смс-ки слал, все пальцы истыкал. Какими судьбами столь важный гость в нашей скромной филармонии? Я здесь с друзьями. Рамин, Мурат, Саша. Мурат? Так я его хорошо знаю. Между прочим, работает в нашей филармонии. Правда? Принят! Дашенька, раз уж вы здесь, и ваш друг работает у нас, как насчет небольшого камерного концертика? Давайте я вам оставлю телефон своего директора. Так, и... замечательно. Прекрасно, просто отлично. Спасибо тебе огромное. Да ладно, не за что. Нет, ты просто не представляешь, как ты сейчас помогла мне. Я же ничего не сделала. Нет, ты очень много сделала, правда. Даша, встанешь здесь? Давай. Вот прямо. Ты знал, кто он? Брат, да, ну, я не успел тебе сказать, так вот, но это не важно. Мы сейчас ей такую экскурсию сделаем, что я стану самым популярным гидом в Азербайджане. У меня бизнес попрет. Рамин, какая нафиг экскурсия? Ты представляешь, если кто-то у нас в городе уедет с другой девушкой накануне свадьбы? Мне хана. Если Денис хотя бы об этом услышит. Брат, мы для тебя филармонию устроили? Устроили. Дай другим тоже подняться, ну. Нет. Чего нет-то? Что, ребят, едем? Я очень извиняюсь. Но я не могу сегодня. Без меня, хорошо? Ну я ж помогла тебе с филармонией, да? Ну давай, ну не будь таким занудой. Хорошо. Ну, пожалуйста, давайте сначала завезем ковер сейчас. Ковер. Все сделаем, Поехали. Спасибо. Конечно, до тебя хоть вертолет. Давай вертолет. Вертолет у нас сейчас.
Давай поближе к входу подъезжай. Я не хочу, чтобы папа Денис видел нас. Я сам донесу. Только никуда не ходите, ладно? Ладно. Нет, обещаю. Обещаю, ладно. Нами. Так клянусь, обещаю, ладно. Ну. Все, готов? Да, давай. Отпускай. Отпускай. Давай, отпускай. Кофр давай. Кофр, кофр. Все, давай. Нервничает. Третья свадьба за год. Это шутка была. Хотя да, вас москвичей разве этим удивишь? Вот местные, вы знаете, как смеялись? Может, ему как-то помочь? Если азербайджанский мужчина сказал сам, значит, он знает, что делает. Ну, бывают исключения, конечно. XIX век. А, то есть им уже кто-то пользовался? Нет. Хотя, сложно наверняка сказать, но... Седьмой ковер, который ты нам даришь. Если их друг на друга повесить, отрывной календарь получится. Каждый день новый узор. Платье удалось почистить? Да, вот как раз из химчистки. Как новенькое. Да, оно и было новенькое, пока ты его вареньем не залил. Я ж просто... Да. Споткнулся об моего павлина, держи. А его, между прочим, мне турецкий... Посол подарил. Да я знаю, да, вы говорили. За то, что я ему идеальный костюм шил. Тоже знаю, да. Мужчина должен делать свою работу идеально, понимаешь? Но для начала эту работу надо найти. Понимаешь, о чем я? Да, я понимаю. Как раз сегодня меня взяли на работу. Филармонию. А, я о настоящей работе говорю. Мурат! Ладно, иди. Данис тебя ждет. Хорошо. Ура! Ага. Ура! А? Ты точно жениться хочешь? Да. А может, передумаешь? Нет. Ладно, иди. Так найдем. Она, может, улетела вообще. Я пробил аэропорт по своим каналам. Нет, на рейс она садилась. Ну, значит, просто смотрим по сторонам. Наверняка где-нибудь тут гуляем. Слушайте, у вас какое-нибудь туристическое место есть? Слушайте, Николай, я здесь совсем рядышком. Знаю, а вчера не пью ножку. Да. Да, вряд ли она там. Нет. А я скучала по тебе. Да? Да. Я тоже. Ты мне скажи, папа мучил? Ну так, не особо. Опять рассказывал про павлина. Как же этот павлин всем надоел. Так, вот твое платье. Будешь самой красивой девичнике. Спасибо. Ну что, куда решили пойти-то? Ой, да, на катере будем. Она его еле-еле выбросила у дяди. А ты чем будешь заниматься? Я буду грустить по тебе. Я серьезно, чем будешь заниматься? Ну что, ну вон Рамин прилетел, не знаю, что придумаем там, погуляем. Чтоб никаких девушек там не было. Вот узнаю, убью. Денис, да кому он нужен там вообще? Красивый, мужественный, честный, порядочный, талантливый музыкант. Нет, ты прав, никому кроме меня. I don't wanna wake up.
Меня Артем за тобой прислал. Ну там реально кипиш, там все на ушах стоят, ну ты понимаешь, ну... Я сказала, что я никуда не поеду. Thank you.
корабль я в нашем, тем более бесплатно. Поэтому мне некогда, поэтому тебе придется улыбаться одному. Друзья, к сожалению, Артем вынужден нас покинуть. Поаплодируем ему! Если она послезавтра не выступит, то уволен. Тихо. Алло? Денис, привет, дорогая. А,
Денис, это его невеста. Она ревнивая очень. Как ты? Чем занимаетесь? Мы хорошо. Вот, вот пришли в старый город, гуляем. А Рамин с тобой? Да, конечно. С кем я еще буду-то? Нет, просто девчонки тут наткнулись на фотографию в Инстаграме, где Рамин с известной певицей. Да? Да. Тогда, ты знаешь, хотя как ты знаешь, я вот сам только вот сейчас узнал. У Рамина в Москве девушка. Вот, и сейчас она его бросила. И вот она эту фотографию выложила сейчас вот специально, чтобы сделать ему больно. Поэтому вот такая вот нахалка, да? Вот, а ему очень плохо сейчас. Скажи, пусть Рамина позовет. Рамина, позови. Зачем? Денис, вот сейчас неподходящий момент, правда? Мурат, позови Рамина. Хорошо. Рамин! Рамин! Да, иду. Да, вот он подходит. Вот Рамин. Привет, Денис. Привет, Рамин. Как ты? Ничего. Больно. Все. Внутри как высохший колодец. Тихо. У вас как там все? Весело, да? Не очень. Ждем, пока все это закончится. Сильно горе не заливай там. Хорошо? Пока, Рамин. Хорошо, спасибо. Пока. Да, спасибо, брат. Ой, спасибо, с тебя 100 банан. Человеку жизнь спас, только кто спасибо говорит. Так, Тём, и что? Ничего, все нормально. Кукурузку. Я догоню. Кукурузку попробуйте. Ага, один момент. Кушайте на здоровье. Кукуруза горячая, молочная. Подходите. Сергей Витальевич, в этом году фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. И с каждым годом все масштабнее. Чего нам ждать от этого года? Ну, за эти 4 фестивальных дня будете творческие вечера Лена Путина, Владимира Плеснякова, Валерии. Будет большое шоу группы «Ленинград» и отдельный фестивальный день для молодежи. У меня вопрос к Глюкозе. Скажите, а что нового в этом году вы представите на сцене? А в этом году я выступаю вместе с группой «Ленинград», и я уверена, что это будет незабываемое шоу. У меня вопрос к СТ. Александр, вы сегодня единственный представитель рэп-культуры. Скажите, пожалуйста, как вам среди поп-исполнителей? Может сложиться впечатление, что рэп умер. Спасибо. У меня вопрос к Артему. Даша заявлена как хедлайнер фестиваля. Будет ли она исполнять свой хит каждой клеточкой? Даша обязательно исполнит хит каждой клеточкой. А вам не кажется, что Даша в последнее время уже совсем не та певица, которая победила в «Голосе»? И почему она поменяла свой узнаваемый самобытный стиль на обычные эстрадные песни? Что вы имеете в виду? Ну, многим слушателям кажется, что она утратила индивидуальность и стала как все. Это ваше субъективное мнение. Дальше. Тогда скажите, а почему Даша игнорит все официальные мероприятия? Даша не игнорит, Даша репетирует. Но в Инстаграме она написала, что не будет выступать на фестивале. Это правда? Я решу. Ну, если она так написала, то спросите у нее. Спасибо. Слышал, Брэдли Купер ушел от Ариночки к Леди Гага. К Леди Гага от такой жены, ну и дурак. Я бы на его месте ушел к матери драконов. И ты тоже дурак. Здорово, отцы. В этом кафе Wi-Fi есть? Я спрашиваю, Wi-Fi? По-русски разговаривать нет? Но ради всего святого, зашили ему от своей сетки, пусть посерфит. Я не Starbucks, чтобы раздавать бесплатный интернет. Я видел в сети, как один лов так раздал, что через его айтишник Пентагон хахнули. А где я потом найду этого чудика? Ну я так и думал, ни хрена не понимаешь. Да, наверное, ты прав. Я всегда прав. Улыбаемся и машем. Ладно. Моя идти куда? Вы не переживайте, русские, выучите когда-нибудь.
Главное, где живет, не забыл. Этот лоботряс думает, я не понимаю по-русски. Я профессор филологии. А играешь как простой кандидат наук. Переигрывай. Наконец-то вас нашел, да? А что здесь? А это мейхана. Одна из главных наших традиций. Сейчас мы увидим самый настоящий азербайджанский батл. Передо мной, Бог, не надо выступать. Я все равно тебе не буду уступать. В этой жизни надо с умом поступать. Дурак со мной издеваться не надо. Передо мной понтоваться не надо. Спор с тобой мне совсем не идет. Кто смелый пустой микрофон возьмет, себе он покажет и нам тут споет, а сцене нам бояться не надо. Первый раз живую майкану я увидал, я после этой майканы уже совсем узнал, откуда ресторатор versus батл, да! Курочка моя издеваться не надо, передо мной понтоваться не надо. Мне сегодня не дают сказать, придется дело в свои руки брать, придется дело в женские руки брать. Наше время пришло! Друзьям из Москвы скажем на прощание. Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания. Меня уходить вы не торопите, красавица, вы погулять не хотите. Мою нескромность вы мне простите, хотел бы пожамкать я ваши тети. Пожалуйста. Почему? Я не лажал. Как?
ладно, тебе простительно. Но с другой стороны, понимаешь, вот этой наглости или смелости вообще не хватает. Взял человека за руку, повел, ты не думаешь, а что скажут, а что подумают. Взял и пошел. Да, мне тоже этого не хватает. Ребят, спасибо вам огромное за этот день. Мне так хорошо и душевно вообще давно не было. 100%. Так круто, что аж петь хочется. Недалеко есть караоке-бар. Он новенький, недавно построили. Давай там соберемся, а? Ну давай. Да, поехали, да, давайте. Там только мы будем, поехали и все, давайте. Смотри. О, прикольно, я хороший смотрю. Давай. Чуть-чуть побыстрее. Мы с тобой ходим по Астрию. По ритму, может, мы с тобой ходим. По Астрию. Наша... Да? Угу. Сейчас попробуем. Да, так, давай. Слушай. По Астрию наша... Да? Допустим. Давай. Так, дальше. Угу. Я задыхаюсь. Я задыхаюсь в твоей атмосфере. Дышу тобой. Подожди, не торопись. Хорошо. Давай. Класс, не жаль. Давай вот это сыграем. Давай. Я задыхаюсь в твоей атмосфере. Так. Да. Окей, и дальше? Ты воздух мой, дышу тобой, но я на пределе. Так, сейчас, подожди. Давай. Мой дышу тобой, но я на пределе. Класс, это да, то, что я хочу. Давай еще, давай сначала. Давай. Быть может, мы с тобой ходим по острию ножа. Я задыхаюсь в твоей атмосфере. Дышу тобой, ты воздух мой, но я на пределе.
Друзья, только что на ваших глазах родился новый дуэт. Да, Шуль, я не знал, что ты так можешь. Брат, вы стадионы будете собирать, я уже говорю. Так, а теперь давайте фотографию для новой обложки. Денис, привет. Ребята, познакомьтесь, это Денис, моя невеста. Я вам про нее рассказывал всем. Вот, познакомься. Это Леонид. Вот Николай. Даша, Саша. Саша. Рамин. Ну, Рамин, ты знаешь? Ну, а что я спрашиваю? Ты его знаешь? Да, очень приятно. Я, наверное, пойду, спасибо тебе. Да, давай. Пока. А мы вот сюда как-то сейчас вот так вот случайно заехали. Обнимался ты с ней случайно? Да? И фотографировался? Тоже случайно? Девушка, ну это чистой воды случайность. Я сейчас все объясню. Рот закрой. Я тебя вообще не знаю и не разговаривай со мной. Пойдем, пойдем. Да, азербайджанская девушка в ярости, лучше под руку не попадаться. Денис, вот сейчас все не так, как ты думаешь, да? Мы просто играем в гангстеров, понимаешь? В рэперов. Рамин, что ты молчишь-то? Да. Ну, я обещал помочь ему. Да. Приехал за ними, отвез на ярмарку. Да. И потом вот там как-то все закрутилось. Да, я вижу, что все закрутилось. Денис, я не в этом смысле. Просто это все, ну, я не знаю, это какая-то глупость. Глупость? Глупость — это то, что я поверила тебе. Да, я виноват. Хорошо, прости. Но правда, поверь, это все, это ничего не значит. Это наши отношения больше ничего не значат. А тебя быстро отпустило, да? Да. Кое-как к вечеру. Но в душе у меня все равно пустота. Понимаешь? Да. Уже понимаю. Денис. Денис, подожди. Неплохая идея. Мне кажется, тебе надо сменить обстановку, развеяться. Да, Жень? Да. Да, да. Да. Солдаты! Глава сюда! Возглашен! Глава сюда!
Я ее безумно люблю, понимаешь? А как теперь? Что исправить? Как это сделать? Ну я не знаю, что бы ты сделал. Послушай, у моего друга была такая ситуация, у меня была такая ситуация. Короче, у кого ее не было? Тебе надо просто перед ней извиниться. Хорошо, так, с чувством. Придумай что-нибудь. Эмиль Арасович, ваше выступление следующее. Пойдемте. Только не уходи. Свидания. Удачи. Ну ладно, спасибо, брат. Я безумно рада, что мы продолжаем наш фестиваль, потому что это потрясающий фестиваль. Я счастлива. Кто-нибудь уберет парня из Ката. Здравствуйте. Вы гости фестиваля. Я рада. Ему нравится наш фестиваль. Да, но не это главное сейчас. Здравствуйте. Так, ребята, там на сцене мой друг, он сейчас будет творить полный трэш. Я не знаю, я за него не отвечаю, сделайте что-нибудь, я не знаю, может, все испортить сейчас вам. Андрюш, мы с тобой сейчас подумаем, не подаваться. Все, хала. Денис, ты меня слышишь, да? Я хочу обратиться к тебе. Простите, мы в прямом эфире, я... Да, замечательно. Чё, понял? Совсем стыд потеряла. Смирились-то как море! Не подлотеть её, что да? Что вы да он никогда в жизни не потерялся, да? Простите, пожалуйста, вы сейчас не можете выступать, а какой-то придурок перед своей девушкой извиняется. А мы продолжаем наш эфир! Денис, прости меня! Чего ты, Мурат? Мурат, хорош, ну и... Братуха, ты что? Что загрустил здесь? Ладно, я ничего на самом деле не сделал плохого ей. Я бы не верил. Я сейчас пойду и найду другую, ребят. Помнишь, что вчера было? Что вчера было? Обычная вечеринка. Круто же было.
понимаешь, что Денис не простит меня теперь никогда. Так, мне надо что-то срочно делать самому. Да, окей. Только выход в другой стороне. Я сам разберусь. Да, конечно. Ну и пожалуйста. Стой! Стой! Стой, говорю! На меня-то ты чего злишься? Ты куда? Тебя это не касается. Это из-за Дениса? Да. Из-за тебя она бросила меня. В смысле? Из-за меня я не врала твоей девушке? Да ты не врал. Да, я врал. Если ты фото не выложила, она бы не знала ничего. Неправильно прозвучало, но, короче, ты все поняла. Слушай, давай я помогу тебе, а? О, спасибо, хорошо. Ты мне уже очень помогла. Дальше я сам, хорошо? И еще. Блогер, привет. Надеюсь, в Москве пригодятся. Будет о чем спать. Со звездами. Тимур Нариманович, пожалуйста, подождите. Давайте сейчас просто...
Один мудрый человек меня всегда учил, что за друзей и семью нужно пить стоя. И семью. Так вот, иногда как бывает в жизни. Твой брат, твоя семья, твоя кровь. Наткнуть какую-нибудь глупость. Мурат. А, Мурат. Мурат. Да. Ну хорошо. Хорошо. Мы уже решили, что мой друг Мурат. Прощаешь его. А что делать? Твоя кровь. Твой человек. Твоя семья. Да. Твой близкий. Единственный. Да. И вот здесь. Навсегда. Для него всегда есть место. Ну тогда я Алаверды. А. Кто такой Алаверды? Ты его не знаешь. Мне тоже один мудрый человек как-то сказал. Если ты любишь девушку, то не способен на глупость, которая ее обидит. Но здесь нет места глупости. Можем ему ателье поджечь? Да, правда. Давай их на палку прикурим. Я просто варианты перебираю. Можно сказать, что умер, она раскается. Ну, она просто за два дня до свадьбы мне выкрасила весь мозг. Я снял стриптиз-клуб, купил ящик бухла, позвал друзей. Ну, когда ли там всем просраться? Коля, наверное, не очень удачная история, но Мурат не такой. Мурат нет. Нет, он очень хороший парень. Вот такой парень. Вы должны его простить. А, вы лучше утару попробуйте. А, добро. Хорошо. А где у вас нужно руки помыть? По коридору направо. Ну, спасибо. О, Коля, ты это видел? Красота какая! Посмотри, она же душераздирающая, красивая птица. Она же мертвая. Я ее хотел бы поставить у себя в изголовье кровати. Ну, это же чучело. Сам ты чучело. Сфотографируй меня, пожалуйста, с ним. Я и птица. Это понятно, что ты и птица. О! Я крюк нашел. Теперь надо веревку, закинь его на крышу, и ты нормально залезешь. Отлично. У тебя же есть большая веревка. Да нет, веревки у тебя. Ковры у над ней. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть. Не вернуть. Тимур, такие люди за Мурада пришли просить. Хороший, видимо, человек. Хороший, да. За два дня до свадьбы такие дела наделал. Тимур, травма. Короче, Гармен, ты со мной, я люблю. А им так. Первый рыбал. Часа до утра в нар. Я буду в нар. Ana, ben onu bağışlayabilmerim. Bağışlayacağım onu. Tamam, şimdi sen bir rol yapsın. Yaşı ol, bağış. Tak, все нормально, да? Институт метанимов занимался. Не, серьезно, серьезно. Ну, давай. Давай, давай. Алло, лёть, вон туда. А, да. Сейчас. Ну, соситесь там. Кукур! Кукурчик!
позже, хорошо? Хорошо, а куда это ты? Денис. Зачем так? Тимур не пускает к ней. Ну давай я быстро с ним поговорю, все решу. Нет, я сам. Я тоже был молод. Вперед. Кто там? Мурадик! Мурадик, привет! Это ты! Что там здесь? Как дела? Так себе. Мурадик, я тебя очень прошу. Пожалуйста, посмотри. Посмотри, мой шутчик. Сколько электричества на мне на что? 45,7. Да не может быть. Я, наверное, Ситя. Каждый раз всем обещаю, обещаю, обещаю. Только Надя туда пошла. Так давайте же, дорогие друзья, выпьем за наших ребят Мурата и Денис, чтобы они встретились на земле и жили, и любили друг друга вечно. Будьте счастливы. А что вы на меня смотрите? Вот пусть. Горит, сама решай. И мне никто больше не нужен, правда? Прости меня. Здрасте. Упс. Кто это такой? Что? Это что? Я не буду это петь. Даша, не поступай так со мной. А при чем здесь ты? А ты о себе хочешь поговорить? Артистка Степова, вы помните о том, что ближайшие 5 лет все, что вы делаете, принадлежит мне? Даже если ты завтра исполнишь «Лису родилась елочка», это мое. Это моя жизнь. Мое решение. Но есть еще моя жизнь, продюсерская. Мои обязательства, мои контракты. После тебя на меня никто не посмотрит, ты это понимаешь? Да.
просто завершаю карьеру. Я не буду больше петь. Зачем это все? И все будет хорошо. Да? Ты не слышишь меня вообще. Я тебе еще раз говорю. Есть моя жизнь продюсерская. Ты можешь хоть раз сделать то, что я тебя прошу? Стеклова мы не договорили. Я все сделаю завтра. Даша. Даш. Thank you.
Встречайте, Даша Стеклова, наша Рэй! До 6,5 тысяч рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Шерлок. Ну что, дружок, вот и пришел тот день, когда я хочу тебе пожелать. Давай, желай. Любви. И сегодня мы будем пить за твое здоровье. Спасибо. Знаешь почему? Почему? Потому что ты наш друг. Я ни разу не был на Бажанске с вами. Ни разу. Я тоже не был, брат. Пока не явился. Невероятная, шеф. Куда дальше? Куда-куда? В Москву.
Там голос восьмой. Легендарное место в городе Баку. Так. Здесь снимали известную картину «Бриллиантовая рука». Тихо! Черт побери! Так, не надо говорить. Черт побери! Так, не говори! Руша туриста? Наконец-то! Жду, не дождусь, сколько можно. Так, я тебе говорил, не говори. Это. Куда? Да, он до сих пор здесь живет.